Доброго времени суток. Сегодня у нас вот такая скамейка, я про нее расскажу. На первый взгляд она такая неброская, но она прочная и недорогая. И я думаю, каждый, кто захочет, допустим, себе сам сделать, я такую, в принципе, рекомендую. Скажем так, красиво, недорого и, самое главное, прочно и надежно. Плюсы это ее размеры. Я сейчас вам расскажу характеристики. Допустим, удобное сиденье 44 сантиметра. Вот, смотрите, 44 сантиметра. Это вот достаточно уже широко. Потом высота 43 сантиметра. Вот, видите? Оп! 43 сантиметра. Кому можно делать 40, от 40 до 45. Высота самой спинки, вот смотрите, практически 50. Очень удобно облокачиваться. Я вот сижу прекрасно, прям так отдыхаю. У данной скамейки очень прочный каркас. Посмотрите, здесь труба 40 на 20. Кстати, можно заглушку ставить, можно не ставить. Вдруг вода попадет, разорвет, вода будет выходить. Это уже кто как хочет и кто как уверен, как варит. Видите, 40 на 20 на ребре. Здесь 40 на 20 вот так лежит. Видите? Потом, здесь 40 на 20, одна планка, тоже очень прочная. В центре тоже 40 на 20, посмотрите, видите, сзади, да? Здесь я крепил вот 20 на 20, видите, проходит, там внутри еще соединение. И здесь я соединял трубу, видите, под угол резал, а здесь уголок. Но это как хотите, можно сразу было варить, я просто, скажем так, уголочек сделал, вот он, и уже варил, соединил. Ножки у нее достаточно прочные. Посмотрите, какое широкое. 50 на 25. Здесь 50 на 25. То есть тут все усилено, все довольно-таки прочно. Может сесть на нее несколько человек. Тоже 9-сантиметровая. Видите, какая? Правда, она по толщине не больше 2 сантиметров. Но если их тоже зачищать, хорошо обработать, хорошей краской, будет она у вас довольно-таки надежно держаться. Если же вы хотите сэкономить еще дешевле на материале, допустим, то, конечно, убавляйте материал сечения, допустим, здесь не надо, 25 на 25, оно у вас уже подешевле выйдет. Или даже бывает делают люди 20 на 20, ну и ножки здесь послабее. Крепил я с помощью мебельных болтов, видите, какая головка круглая, бывает 6 мм, 8. И здесь уже, видите, тоже сверил насквозь трубу профильную и гаечки закручивал. Модернизировать, допустим, там подлокотники можно сделать. Если 2-метровый, в принципе, каркас этого под 2 метра будет вам достаточно прочным. Подлокотнички можно сделать, но это уже, как говорится, другая песня и немножко будет дороже. Она довольно-таки устойчивая, вот за счет этих вот длинных, видите, вот так вот ее даже раскачивать, она никуда у вас не, если пытаться даже путать, туда завалить, она особо у вас не прыгнет. Сверху у меня, как вы видите, я заглушку поставил, видите, здесь и здесь, чтобы вода все-таки не заходила. Дальше, ну и здесь можно ставить, это уже кому как нравится, видите, то есть здесь вот я заглушил, просто я еще не поставил, а так, хотите, ставьте заглушки сюда. Сегодня у нас уже 24 апреля 2018 года, и цена, я вот ее отдаю за всего 2500, не знаю, буду я ли дальше делать по такой цене. Да, она может выглядеть не так дорого, но понимаете, сколько тут работы, сколько тут прочности, то есть за 2500, в принципе, даже больше особо не интересно делать. Такие скамейки, если знаете, кто для себя делает, то, в принципе, рекомендую. Самое главное достоинство этой скамейки, она недорого, просто и, в принципе, очень прочно, что бывает довольно-таки редко в наших условиях экономических. Если у вас какие-то вопросы будут, задавайте, что можем, знаем, ответим. Ну, а так, следите за новинками, если подписываетесь, то будет и обновление, увидите, что я делаю сейчас. Ну, и, как обычно, ставим лайки, дизлайки. Ну, а так, смотрим еще фотки. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
sun rays and on.